Спонсор показа мой Телеграм. Тоже Америка. Что было? Что, блин? Next time use this. Алло! Next time. Блин, цак, цак. Ой. Ой, не понял. Алло, мы с ВК клипов ржем. С тобою или без, я все равно дотянусь до небес. Они герои из песен, знаю, сколько стоит этот блед. Что это? Да он же не на нее, это же просто пистолетик, правильно? Что происходит? Виталия, вы рокс. Ромакс. Рокс Ломакс. Это не я. Не понял. Объясните. Режим модема, видишь, 191 гигабайт. Режим модема 191 гигабайт, платит он 200 рублей, понял? Это мобильный оператор, что получаешь? Я тоже сначала не понял, потом понял, что это, ну, типа, это не человек, это мобильный оператор, понял? Снизу. Им хозяин, что ли? Да, им хозяин. Да вообще суперстас плавает. Девочки, подарю маме, что, подарю подруге айфон или машину? Мужчины. Сухарики. Чек. Ну, туалетная. Картошка, конфетка. Увлажняющий крем. Пенопластовый подарок. Огурец, семена. Расческа. Фу, воняет, бобер, воняешь. Хуй ты тут с пищей? Утонул. Же, булька, а кто это? Да, походу бобер. Сейчас ментов вызову. Это бобер вроде. Это предложение обычно поступают от Макса Стинта, только без смены, просто говорит Ваню! После стрима. Заходит как-то Джек Воробей. Когда думали, что вас скоро выпишут, но в палату заходит знаменитость и говорит, какие вы сильные и смелые. Надо подкачаться, надо подкачаться. Ушел. Не зря денег в Москву переехал. Я друг. Я тебя не обижу. Иди сюда, иди ко мне, сядь рядом со мной. Посмотри мне в глаза. Ты видишь меня? Я тоже тебя вижу. Жизнь не мой кощак, шпач, жизнь не мой кощак. Нет, ты кто? Может, он мне текст накидает? Не надо, пожалуйста. Для бита. Не верну. Гель? Верх не мой косарь. Губка, верх не мой косарь. Что? Какой? Вот, иногда хочется просто вспомнить перед смертью все моменты, на что ты про... свою жизнь. Вот эти 12 секунд Иван Золо должен мне будет вернуть. Бобби дарил день рождения для этого. Грустно, грустно почему-то. Когда человек падает, смешно. Когда котик, это грустно. Я не знаю почему. Так. Ну что ты будешь делать? Скажи мне, пожалуйста. Ты куталину намазал свой горшок? Ебаный ночной. И вот этот контент ты проебываешь, Гарри. Что? А он их что-то грибным супом залил. Как будто полезное. А что происходит тут? Он их в суп? Это кошачья спа. Хочу быть котиком этим, которым бы спинку вот так чухали. Сидишь такой, пыл в тазике. Не, а мог бы в ведре, конечно, в деревне где-то посидеть. У меня бабушка, знаешь, какой котенок спа оформляла? Ой, не надо. Заканчивай. Вот это вообще р***ло. Вы не видели, не? Кто-нибудь видел? Нет. Это просто сильный полицай. Это вам. Шишки? Шишка. Шишки? Да. Мы не долбим шишки. Мы не долбим шишки. Ну не, ну просто возьмите. Ёлочная. Не надо, спасибо. Нет? Точно? Да. Может, вам?
Других никому. Шишек нету? Я вот, и вот его знает, он так спросил, типа, у меня или дать ему, то есть, ну, поэтому двояко это вроде и страшно, а вроде и нет, ну, не знаю. Добрый день. Здравствуйте. Держите, это вам шишку, пожалуйста. Косточками. Хавает, как свинья. Он и есть свинья. Он и есть свинья. Только я попадался в видос, и там, по-моему, в комментариях. Он такая пи***. Все такие вау-вау-вау-вау-вау. О! Такой баян. Ух ты, все что делает? Проходят ли у вас допинг-тесты, или вы здесь все на колесах? Все на колесах. Все, что вы хотели узнать про баскетбол на колясках, но боялись спросить. Как правильно сказать, вы прошли в финал или вы проехали в финал? А как понять, если игрок играет плохо, то это он сдулся или колеса? Ваша любимая фраза Гагарина. Поехали. Когда противник вас переигрывает, можно ли сказать, что он вставляет вам палки в колеса? У нас на снаряде мастер спорта международного класса по туристическому литерболу. Гарри бешеный. Улыбайся, улыбайся. О, как! Ничего себе, обороты как выходят. Не крути головой, а то кривые. Ой, чуги. Я не знаю, я чувака, который сейчас на камере, вообще подумал сначала, что это Лукашенко. Всем привет, здравствуйте. О, здорово, Лагода. Вспомнили. Лагода, Лагода. Ну-ка, скажи, кто оператор вот здесь? У нас на снаряде... Соловей. Григорич, Григорич, а чё? Ну и всё, пацаны. Если бы вы могли вернуть одну вещь из прошлого, которую больше не производят, что бы это было? Записи Николы Теслы, который изобрел вечный двигатель, а потом... Мороженая бомба! Записи Николы Теслы, который изобрел вечный двигатель и сжег бы... Мороженая бомба-пари! My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron. Ух ты. Это вообще такой пи***ц. Я это видел, это такой пи***ц вообще. Я не против, ходите в чем хотите. Ну хоть там джинсы, еще что-то. Но это вообще пи***ц. Они как будто в домашнем пришли. Скажи, пожалуйста, как переводится на русский язык I want you? Я хочу тебя. Мне такое нравится. Ребята, сегодня я провожу свой первый турнир по шахматам. У нас уже все готово, шахматы на месте. Ребята, вы сами готовы? Да. Отлично. Ну все, первые ходят белые. Да, ребята, можете начинать. Решила с ребенком поиграть в прятки. Вась, когда уже твой карапуз такой будет? Реально. Я тоже хочу. Там так можно было. Сережа. Иди, Валер. У меня сигаретку только, я уйду. Мне под... У меня нету, иди давай. А, нету. Под... Дверь открыл. 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 Бу, испугался, не бойся. Это такой странный мем, он вызывает у меня, он у меня вызывает двоякие чувства. Страх, твоим комом самый... Да, да. Страха, смеха, и одновременно он мне и нравится, и пи***ц, как я его боюсь. Короче, хи***ь знает какой-то этот мем странный. А не знаю, мне наоборот кажется, он комфортик такой. Я тебя не обижу, иди сюда, иди ко мне, сядь рядом со мной, посмотри мне в глаза. Ты видишь меня, я тоже тебя вижу. Да тоже текст какой-то, ты видишь меня, я тоже тебя вижу. Посмотри.
О. О, это я в городе. I'm really sad. Не надо ничего подпаливать, стой, успокойся, слышишь, Остян? Да не похож с другом внешне, но увлечения одинаковые. Нет, так элегантно упал. На днях братишек из Брикс чисто в КС погонять. О. Но когда все собрались, поняли, что... Что Дискорд... Для того, чтобы покатать нормальные 5 на 5, нужен еще один игрок. Ну, пришлось саммит собрать, кого позвать в наш клуб. Вот думаем турков перетянуть к себе, да и они вроде не против. Вот такие новости я бы смотрел. Скажите, много работы у вас? Нет, нормально. Нормально? Да, конечно. Когда сделаете дорогу? Что? Дорогу когда отремонтируете? Это чуть-чуть русский разговаривает. Чуть-чуть разговаривает. Нормально, все нормально. Все дороги нормальные. Шпер пробует прыжки в длину. Сколько? Метр? Хочешь, наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, и вся страна твоя будет под водой. Я в детстве любил сады. Колячки, шпикачки, колячки, не вздумай сожрать. Да. Это для меня. Сафонов. Оплатить. Давай. Сколько стоит? Сафонов. Оплатить. И что стоит? Сафонов. Кассу оплатить, попробуй. А я инвалид. Я инвалид. Дети боятся. У вас нет опыта никого. У вас ни у кого нет опыта. Никогда не трогайте детей. Вы все чужие. Они чужие. Они боятся. Это стресс. Он хотел мне хорошо сделать. Что? Маме и ребенку. А всем испортил след. На, яблоко и заткни свою пасть. Какая легенда была? Сейчас надену вот эту маску зайчика и посмотрю на реакцию моего кота. Томас. Что с тобой? Цыгане крадут друг у друга? Нет, конечно, мы уважаем границы друг друга. А у других людей? Я сейчас уйду. Цыганка может выйти замуж не за цыгана? Да, потому что нам можно выходить замуж не за цыгана. Те цыганки выходят рано замуж? Мне уже 18 лет, и я все еще не замужем, поэтому думаю, что... Правда, что цыганские женщины самые верные? Конечно. Правда, что все цыгане становятся современными и отдают своих детей в школы и университеты? Прям все? Осужден. Нет. Некоторые семьи, да, становятся более современными. Все цыганки умеют гадать? Я не умею гадать, не все цыганки. А твоя мама? Это останется в секрете. Ой, он поезд держит! У меня один раз кот так просидел часа два, наверное. А он все понял. Че? Че ты? У тебя тут что-то у тебя вот тут на подбородке, бро. Иди ты сама отслушай. Никитик. Свою нирвану. Никита никогда бы такого не сделал. Ты была на его концертах, ты видела что-то? Мне кажется, надо всем зайти в НК-чате и просто записывать голосовые вот этих вот ЦАшечки. Там мемов, надо, наверное, много. Надо делать. Берем. Заходим в, значит, подобный чатик по Криду и пишем NK круче. А у NK пишем Крид круче. И все. Смотрим, что происходит. Бу! Испугался, не бойся. Я тебя не обижу. Иди сюда, иди ко мне. Сядь рядом со мной. Посмотри мне в глаза. Я понял, про что мем. Это когда включаешь комп, а у тебя BIOS почему-то врубился. В детстве боялся в BIOS зайти. Думал, что если что-то не так тыкну, у меня комп взорвется. А меня мама напугала, типа, что я куда-то залез, сейчас все сломаю. Естественно, я постоянно любил в компе лазить, залезать, корпус открывать. Постоянно говорил, что я что-то сломаю там. О, бро, натяжение воды понял. Смотри.
А то как губой коснется, понял, все разольется. Все польется, да. Да-да-да. А ты... Что? Что это? Не понятно, ты банк или специально. А что это за чит такой смешной? Это, скорее это всего, не VR случайно? Нет. Нет, это, скорее всего, баг. Какая осень в лагерях. Он же сейчас сам на себя наедет. А, нет. Вы замечали, что фишка, рулетка и колесо фортуны в казино круглые? Такой же формы наше солнце, которое дает жизнь на планете баг. Земля. Проведите баг, параллели баг. И подумайте над этим. Подумаю как-нибудь. Обожаю этот перчик. Понял? Лайк. Пойдем кушать блины. Нет, не нет, нет, не надо. Он за шею, видел? Он так за шею держит. Пойдем кушать блины. Да, да, да. Он такой, нет. Hello, from dog. Hello, people. People. You know, this is my ex-girls. Ух ты. Really? Yes. I'm sad about it. All my girls. Wow. Да, да! Пикми кошка. Что это? О, это прикольно. Привет. О, чего? Я не знаю, что это было. Это вырезали. О, Вася, это Моррис. Нормально, нормально. Расслабляется молодой человек. Я сейчас пиво пойду открывать, реально. Нет, у меня уже сил нету. Что? А что? Казино. Кто это? Что? А что? Это кто? О чем прикол? Это Вася? А о чем прикол? Кто это скинул? Это кто? Не понял, да? Нет, давай объясни. Я даже не понимаю. Шо, побежал к мамочке жаловаться, что тебя оскорбляют. Я, кстати, реально под этот звук бежал. Woman driver. Woman driver. Чего вы достигли в свои 20 лет? Ну то, что я живу уже как 20 лет, и, собственно говоря. О, неплохо. Я навыков каких-то достиг, ну, примерно, да. И может быть что-то еще, но я не помню, чего я еще достиг. И вот понимаете, а вы сидите такие, у меня ничего не выходит, у меня ничего не получится. Сидит такой, и все у него заебись. Вот почему нам нужен, я на него смотрю, и я понимаю, да я охуенный. Я не бесполезный. Да, 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 понимаете, о чем я. Короче, еж втирает запах хозяйки, короче, в себя. Круто. Прикольно. А этот еж что делает? Это не кошка. Это крыса. Нет, чел думает, что... А чё он кс-кс ему? Когда... Ротуй здоровый. Это когда зрение вылезает. База. А что с ним? Полевых цветов. Утро начинается с кофе, с Volkswagen Passat. Белорусский тикток. Бах, машины надежные. B3,
Или B4. Ну, поэтому приходится с собой возить запасной десант. Мало ли, вдруг что-то сломается, ну отсюда снял. Тут он сковородку у**ся. Да. Да, да, сразу вспоминается. Я на самом деле на подсознательном уровне боюсь 3GP видосы. На них обычно происходит какая-то хуйня. Ой, а меня сегодня это видел. Ой. Нейросеть, я не верю. Я уже начинаю не верить. Рисуйте спид-арты, чтобы я верил. Мне нравится. Ну как, вам все понравилось? Шикарный кофе. Передайте комплимент бариста. Ты красивый. Ну а че, по фактам просто сказал еще. Я не играю ради победы, я играю ради наслаждения. Я же не пошел. А с чего это вдруг? А что, это какая-то киберспортивная платформа? Ну шо, 50 лла? Не, пошутил, я играю только на победу. Я вообще киберспортсмен, пацаны, душе. Не, пацаны, я реально, я не пищу. Мой шавик никогда в жизни не возьму, пацаны. Не заруиню ни один раунд. Я киберспортсмен, играю только на победу. Я ради Элла, мать продам, клянусь. Отклонили. Отклонили. Дай мне пиво. Вот я сейчас отойду, ты можешь сказать все запретные слова. Не надо. Которые я запрещаю. Сейчас ебану трешечку. Я тебе ничего не сделаю. Не надо. Я ухожу. Да, прикольно. Она Сигму делает. Сигма, Сигма, Сигма! Классная. Ну что, сколько матных слов насчитали? 33. Да что это? Что это за... О! 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 Вот Илюша слегка разминается. О, испугался, не бойся. Иди сюда, вот иди ко мне, страшно. Сядь и посмотри мне в глаза. Ты видишь меня? Я тоже тебя вижу. Давай смотреть друг на друга до тех пор, пока... Как будто чайник прилетел керамический. Всем привет. О. Сегодня с вами Марина Ломака. Да что ж такое-то? Марина Ломака? И он два охлаждён. А вот он пол, он говорил, у него мама Света, а у него мама Марина, оказывается. Это типа, ну, от, не отклеивать, или... не отклеивать, это у всех, да, типа, по канону. Микроволновки, наверное, у кого-то тоже наклейка. Поехали. Ничего себе. Вы видели, я там, короче, спел, что типа I'll give you to someone special, и там америкосы такие черепок начали кидать, типа, что, типа, там в оригинале поется give it to someone special. Jesus, тебе кофе с конфликтом? Без конфликта. Без кофе. Ну ладно, прикольно. О боже, что случилось? Его Человек-паук. Человек-паук? Не понимаю. Человек-паук людей не убивает. В чем дело? Ну заплачь. Пупы с эдитами вместе — это имба. Фу. Руки женщины созданы, чтобы надевать на них кольца, колье и всякие браслеты. Я уверен, что говорил в рофл, да, а вот взяли и девочки а такие... Тут, да. Романтики. Я такая, боже, я не ошиблась, вот я не ошиблась с кумиром. Вот вам. О нет. Это к предыдущему видосу, ребят. Ой, напишу, что за процетамол? Я такая оригинальная. Мама Светка.
Только что на меня начальник, типа, потому что я много в телефоне сижу. Я сейчас заныкался и читаю пост у подруги. Как же тяжело смотреть на губы, которые невозможно поцеловать, думаю. А если бы ты знала, как же тяжело смотреть на ебало, которое невозможно попросить завалить. База, база. Что ты боишься? Запущен. Он пустой. Всем доброе утро. Здорово. Я надеюсь, вы там уже на работе. Уже 4 часа кто отработал. Правильно, ебать. Понедельник работают только лошади и вы. Ой, смотрите, котик. Хорошо, вопрос. Сань, смотри внимательно, Сань. Я не разумею, я на суржике пишу. Но самое сложное что-то зимой, когда нужно встать с теплой кровати. А, я думал ложка. Какая ложка, лишка? Да, Сань! Да, жесть, конечно. Курен спит. Está lloviendo. Estás aquí tirado, estás aquí con las chispis. Yo sé que estás viendo el vídeo y diciendo, ¿pero qué hace este? Alone at the edge of the universe, humming a tune. Tutuldun savarano da, gideceksen etap, zona girende. Ne alo da? Мака, мы твою маму нашли. Ее зовут Марина, а не Света. Она красивая. Да. Готовят вкусно, главное. Да. Вот так будет. Мой малыш. Моя радость. Моя принцесса. Мое солнышко. Пытать я тебя буду без... Дядя, не надо! Смотри, какая штука. На как это ходить? Посмотрим, как ты запоешь с этим. О. Кто с батей разговаривает? Диппинс. Диппинс? Понятно. Ой, больно. Чё? Да, я эту... Я на прохождении, вон, чат не даст соврать. Я это... Я сказал, так что вы, говорит, 5 минут в туалете ковырялись назад. Она знала. Приветствую. Наткнулся на твою страничку. Честно говоря, я очень схож с твоей политической позицией. Слушай, может у вас есть какие-нибудь беседы единомышленников из Москвы? Просто хочу найти друзей с такими же взглядами. Может, ты мне мог бы помочь с этим? Он собирается подниматься по этой лестнице. Настоящая преграда. Эта иллюстрация показывает, что важно делать маленькие шаги в лучшую сторону. Часто мы хотим... 113 тысяч лайков. Dance, don't, anyway. Мне иногда кажется, что я живу ради котиков. Ты квартиру купил, чтобы котика завести? Только я из хочу, этого? Я хочу себе котика. У меня будет котик свой. Рататуй.
Вот оно детство без интернета. Чел, Free J. What the? Bro, what are you doing? У меня также кошка БДС. А, Фримен. А, ну все, походу. Все, конец. Что-то слабо вы прикол накидали. Что-то мало, да, я вообще недоволен. Два часа мемов, что-то нету.